я думаю, вам понравился фотоклип пятой серии. Так, ну мы двигаемся по маршруту, насколько хватает глаз на карте. Кругом поля, разбитые на ровные участки. С левой стороны, да, по ходу движения река Ея. С правой стороны, вплотную к трассе, подходит железнодорожная ветка. Движение вполне комфортное, полотно дороги хорошее, разметка не очень. Ну вот обмен между водителями, состояние дорожного полотна. С правой стороны станица Октябрьская. Видно на карте, что здесь станция Октябрьская. Далеко слева будет поворот, съезд с трассы М4 к Крыловская. Станица, наверное, так будет правильно, станица Крыловская. Ну, ничего примечательного пока я не вижу. С левой стороны поселок Темп, обильный. Запрудный. А с правой стороны поселок Сборный. Параллельно трассе М4 с правой стороны. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Идет железная дорога. Ну, я думаю, доведут до ума трассу М4. Что-то ругаются, кажется. Вот странно, смотрю по карте, проехали под
эстакадой на карте этого нет. Далеко с левой стороны, километрах, ну, наверное, в двух-трех, станица Новопетровская. Это с левой стороны, а с правой стороны, на берегу реки Сосыка, поселок Шевченко. Вот чуть-чуть дальше с правой стороны будет станица Павловская, о котором я говорил в видео. Москва-Симферополь. Там мы останавливались на ночевку, на привал. Но вот в данный момент будем проезжать это место в светлое время. Повернул камеру влево, но там летал вертолет, не знаю, видно будет его или нет. Вот он летает над полями. Подъезжаем к станице Павловская, она справа, там будет поворот, наверное, с федералки, увидите, не знаю, насколько видео будет совпадать с реальной картинкой, но стараюсь разбивать на части целое видео, чтобы как-то более-менее привязать комментарий к картинке. Напомню, что ролик длиной 5 минут приходится делить на 3 части. Ну, вот где-то минута 45, минута 50 есть возможность для комментария. Слева далеко. Впереди камера. Ограничение 90. Хутор Пушкина и железная дорога. Сейчас идет с левой стороны по ходу движения. Ровные прямоугольники полей. Наверное, обратили внимание, что поля уже зеленые. Снегом тут и не пахнет. Впереди река Челбас.
карта, должен вам сказать, очень старая. На видео проезжаем эстакады, под эстакадой на карте абсолютно ничего похожего нет. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. С левой стороны от трассы Старо-Леушковская станица. Достаточно много домиков наблюдаю. Справа Октябрьский. Ну, я думаю, если останавливать будете видео, то на счетах можно будет прочитать. Железная дорога ушла куда-то в сторону. Сейчас на карте ее не вижу. Только поля, поля, поля. Местами идет строительство дороги, дорогу расширяют. Много техники. Впереди мост через речку Черная, самое популярное название реки в России. Очень часто в других регионах встречаются реки с таким названием. И с правой стороны станица Ирклиевская. Удивительное несоответствие карты, реальной картинки. Практически ни одной эстакады на карте не обозначено. Ну, короткий отдых, заправка, короткий отдых. После короткого отдыха, после короткой остановки продолжаем движение. Ну вот тут речка Черная, далее речка Рыбная. Кстати, станица Ирклиевская довольно-таки большая. Через станицу проходит река, разливы. Ну, наверное, мечта рыбака.
далеко слева, на берегу реки Рыбная, станица Балковская. Ну, я думаю, это мечта любого рыбака. И река широкая. Ну, надеюсь, и рыба есть. Впереди, не очень далеко, река Гаджировка и река Бейсужек. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С левой стороны Балковская, отважный гражданский Газыгрь. Населенные пункты, ну, на разном расстоянии, там, по-моему, от километра и до 3 километров. С правой стороны Анапский, ну и совсем далеко станица Батуринская. И повторю, поля, поля, поля. Небо немного проясняется, не помню, как будет к вечеру. Но будем надеяться, что светло, сейчас не помню. Справа будет, или направо будет поворот, которая дорога ведет, станица Березанская. Ну и петляет до Анапский поселок, станица Батуринская, Приречная, Заря, ну и так далее. С левой стороны Новодонецкая, чуть подальше Бейсуг, это на реке Бейсужек. Ну, река Бейсуг петляет тут перед дважды пересекаем реку Бейсуг. Пока ничего достопримечательного на трассе не вижу. Значит, я отвечу, прочитаю комментарии к видео и постараюсь, если есть вопросы, ответить. Я не могу постоянно мониторить комментарии, потому что, включив ноутбук на обработку серии, она занимает 6-7 часов. Ну вот, просто опасаюсь потрогать, не дай бог там контакт или еще что-нибудь пропадет. И уже были случаи, когда примерно обработав 4-5 часов, нечаянно тронув разъем,
ломал всю работу, приходилось все начинать заново. Этим объясняются мои задержки с комментариями и со чтением ваших отзывов. Так. Начинаю читать комментарии. На карте пока ничего интересного не вижу, только то, что далеко впереди река Малевана. Поселок Маленовый, с правой стороны и с левой стороны казачий Малеванный. Так вот, во время обработки видео я опасаюсь трогать ноутбук, потому что обработка видео занимает 6-7 часов, и малейшее прикосновение к нему может, ну, прервать какой-нибудь контакт или еще что-нибудь, потому что запись информации берется с внешнего жесткого диска, и разъемы у меня уже довольно-таки раздолбанные. Поэтому задержка с комментариями, которые вы пишете. Задержка вот по, этой причине. Александр VII Логин написал: Ростовская область при движении из Москвы встречает районом, центр которого напоминает о величайшей трагедии 20 века. Он был в 91 году фактически разделен на две части, одна из которых была переименована. Одна часть поселка сейчас в России, вторая на Украине. Да, это трагедия, это беда, когда соседи десятилетиями жили на одной улице, ходили друг к другу в гости, встречались, вдруг были разделены вот этой линией. Это не трагедия, это я бы назвал преступлением. Так, далее. Александр VII пишет: считаю минусом Датакама то, что много ненужной информации в титрах. В этом плане Акинори был намного лучше, и информация была там удобно представлена, и ничего лишнего. Согласен полностью, потому что сам неоднократно в этом убеждался. Много ненужной информации, вот эти координаты. Я связывался с техподдержкой в надежде, что они помогут от нее избавиться, но там сказали, что ничего сделать не могут. Или полностью убрать все титры, или вот принимать то, как это есть по факту. Так, чуть попозже продолжу комментарии. Значит, сейчас двигаемся по трассе М4 и сворачиваем на развязку, на дорогу, по которой я очень не хотел ехать. Это дорога регионального значения, по одной полосе в каждую сторону. Ну, как получилось, так получилось. Даже не то чтобы комментировать, смотреть нечего. Далеко с левой стороны поселок Пролетарский. Вот так голое место. Не вижу ни поселков, ни деревень. Так вот, по Акинори. Будь у Акинори два слота для двух карт памяти, и такой вот объем можно было бы обрабатывать по 128 гигабайт.
Конечно, я бы и не думал о его замене. Сейчас я его таскаю с собой в качестве резервного. Как и Нори, добавить еще поляризационный фильтр вообще было бы шикарно. Разъем на Акинори раздолбанный, часто приходилось подключать его и так далее, вот, чтобы был более-менее контакт хомутиком пластиковым, его закрепил как-то, но короче, проблемы с этими регистраторами, не одно, так другое. Вначале вот эта дорога регионального значения вроде бы имеет приличный вид, разметка и дорожное полотно, но чем дальше, тем хуже. Значит, впереди будет ЧП в том плане, что вот впереди меня будет двигаться бочка, грузовик, вонища была просто невероятная. Или нужно было отставать от него метров на 100, на 200, или обгонять. Двигался он медленно, ну, наверное, будет видно. И пошел на обгон, а впереди перекресток, а впереди полосатый островок, а впереди стоят эти друзья с палкой. В общем, попал я. Но это будет чуть дальше. Ну вот, вот грузовик, по-моему, идет. Жуткая вонь от него. В салоне дышать практически невозможно. Кажется, вот сейчас будет. Нет, дальше. С левой стороны река Бейсужик левый. И станица Дядьковская. Ну вот я попал. Эмоции захлестывают. Ну вот. Вот у меня неприятность. Попал. Попал. Ну да, вот первая, прости, я на американцы еду, прям по лобовому распучало. И главное, никто не предупредил, не дальнобойщик и не ведущий, что эти стояли
палкой. В общем, попал я на деньги. Нагло называют сумму. Молодые ребята. Ну, бог с ним. Так, проезжаем эту Дядьковскую. Настроение, конечно, испорчено этими балбесами. Я был категорически против ехать по этой дороге, потому что ездил многократно по таким козьим тропам, я называю. Самое милое дело ехать по федералке. Так, ладно. Настроение подавленное, как сейчас помню. Так, с левой стороны река. Бесужик левый. Ну, там впереди будет мост. Будем эту реку пересекать по мосту. Я посмотрел по карте этот вариант, который выбрал ведущий. Дорога петляет влево-вправо. И расстояние в несколько раз. Ну, не знаю, в несколько линий, в несколько, но гораздо длиннее, нежели двигаться по федеральной трассе. Но Яндекс.Навигатор этот долбанный выбрал вот этот маршрут, предложил, и он на него согласился. Хотя потери времени вот на этом объезде значительно больше, нежели если бы двигались по трассе М4. Тут интенсивность движения слабенькая, пока светло. И как назло, когда стемнеет, догоняешь тихоход, а за ним хвост. Время движется уже к вечеру. Ну, вот такой тихоход догонишь. Ну, тихоходом назвать его сложно, но все равно можно было бы двигаться побыстрее. Здесь не обогнать, никак не обойти. Знак на знаке, разметка.
Очень не рекомендую выбирать этот вариант движения для тех, кто с семьей поедет на лето в Крым. Очень не рекомендую. Так, впереди город Тимашевск. Тимашевск проедем по обводной дороге. Обводная дорога Тимашевска Р-268. Железнодорожный вокзал в Тимашевске. Ну, видны крупные улицы. Вот такой маленький городок. Тимашевск справа по ходу проходим Тимашевск по объездной дороге. Ну, в Тимашевск можно заехать и с обводной дороги, там три поворота есть, чтобы заехать в Тимашевск. Но в этом нет необходимости. Так, оказывается, заезжали в Тимашевск. Заехали в Тимашевск, а зачем, я уже вспомнить не могу. Ну, городок так неплохой, симпатичный. На окраине одноэтажное здание. Да, проезжаем через город. Ну, посмотрите на город, на улицы. Интересно, наверное, будет смотреть в варианте без ускорения. Рассмотреть дома, на людей посмотреть. Ну, тут вижу, вот пенькозавод. Делают пеньку. Светофор на светофоре. Thank you.
небольшой затор на железнодорожном переезде. Поезд проходил, стояли, ждали, кажется. Еще дурацкий перекресток в этом городе. Повторяю, что категорически не рекомендую, не советую я ехать вот этим вариантом. Ну и на переезде будем ждать, пока пройдет поезд. Так, ладно, не хочу больше смотреть этот участок. Каждая минута дорога, потому что темнеет быстро. Хотелось бы проехать в светлое время как можно больше. Но вот эти вот остановки на переездах, на светофорах. Повторю, что я очень недоволен вот выбранным этим вариантом. Я потом высказал все ведущему. Но это было потом уже. Впереди поселок Ольховский. Ну и в принципе покидаем город Тимашевск. Тут снова поля, поля, поля. Ни к чему не привяжешься. Рассказывать практически не о чем. С левой стороны по ходу движения железная дорога. Ну, поля, конечно, сверху красиво смотрятся. Разбитые на ровные прямоугольники одинаковых размеров. Так, впереди поселок Советский, вплотную к дороге примыкает, и
в поселке Советский правый поворот, значит, к поселку Комсомольский. Ну а поселки напоминают дорожные знаки, указатели. Повторю, что это поселок Советский. Основная его часть с левой стороны по ходу. Уже зажглись. Автомобили зажглись. Так я не понял. Абсолютно не к чему привязаться. Можно только сказать, что с левой стороны железная дорога, а все остальное поля. И то, что впереди, не очень далеко, станица Старовеличковская. Ну, там будет развязка, но до нее еще далековато. Впереди озеро с правой стороны, Понурский лиман, река Понура. Станица Калининская, об этом я говорил. Далеко с левой стороны населенные пункты Беднягина, Лютых, Медведовская, вот такие вот интересные названия. Но пока ничего примечательного на карте я не вижу. Расскажу, что на официальном сайте Datacam имеется раздел «Есть идея». Думаю, написать туда свои пожелания. То есть, чтобы Datacam создал автопланшет. Разработал и создал автопланшет, в котором будет такая же камера, как на Datacam 6 с поляризационным фильтром, с теми же функциями в основном, но чтобы добавили там функцию еще навигатора, чтобы туда добавили функцию GLONASS-трекера, и чтобы рассмотрели возможность установки в этот планшет, автопланшет, радиостанцию. Пусть небольшой мощности, примерно до 3 километров, дальше не надо. Чтобы был выносная GPS-антенна.
и чтобы планшете Datacam, автопланшете Datacam был радар-детектор. Так, проехали населенный пункт. Впереди река. А проехали, по-моему, реку Панура. И далеко впереди. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ага. Впереди поселение Зареченское. Не знаю, насколько будет принято всерьез мое пожелание. Просто на форуме завязался разговор о том, нужны ли вот такие вещи, как ГЛОНАСС трекер, ну и прочее. И вдруг выясняется, что в основном датакамом пользуются те, кто в основном ездит на работу, на дачу, в магазины. Но я их называю паркетные водители. Проехали Зареченское поселение. Далеко справа Джумайловка. Так вот, датакамом пользуются вот эти городские водители. Насколько он нужен в городе? Ну, регистратор нужен, спору нет. Но вот эти функции спидкам, предупреждение о лежачих полицейских, ограничение скорости, зачем он нужен для городских водителей? Кто ездит на короткие расстояния, там, на работу, на дачу, по магазинам, для форсу, что ли. В общем, требования к электронике автомобильной нужно разделить, скажем так, на два класса. Один класс для городских, ну, недалеких поездок, и второй класс — это для поездок на дальние расстояния. Требования совершенно разные. Будет это когда-нибудь реализовано или нет, я не знаю. Но вот такая мечта есть. Иметь автопланшет с навигационными системами, чтобы там была не одна навигационная система, а несколько. Например, такие как, пусть будет Navitel, пусть будет, я не знаю, Яндекс, кому интересно, нет. Вот, но чтобы там был и Айго Прима, например. Очень хорошая навигационная система, она без лишней информации, то есть там нет прорисовки домов и так далее. Работает значительно быстрее. Но это система для больших грузов, для дальнобойщиков, но очень удобно для поездок на дальние расстояния, чтобы можно было с этого автопланшета, например, выйти в интернет. Ну, вот такая компактная система, то, что я перечислил ранее. Вот, плюс то, что добавил сейчас. Далеко ничего нет, чему можно было бы привязаться. Единственное, что далеко, ну как далеко, километра полтора, может быть два, с левой стороны проходит железная дорога. Ограничение 90.
Так, станица, что ли? Или что такое Полтавская? Что-то я перепрыгнул, по-моему. Совсем стемнело. Уличные фонари. Полтавская, что это? Но назвать деревней тоже не могу. Назвать городом тоже очень сложно. Может быть, поселок городского типа. Что-то такое. Немного сбился я с этими файлами. Thank you.
темень кромешная. Ну, разметку более-менее видно, да не более-менее хорошо видно, хотя, конечно, не помешало бы ее обновить. И прерывистую, и обочину было бы неплохо выделить. Маршрут шестой серии приближается к завершению. Впереди у нас Славянск на Кубани, где остановимся на ночевку. Мне понравился Славянск на Кубани. Трудно объяснить почему, но вот понравился и все. Впереди показались огни Славянска. Славянск на Кубани расположен на реке Кубань, отсюда и название. Ну, днем он совсем по-другому смотрится, город. Ну, вот возможность посмотреть ночной Славянск на Кубани. На ночевку остановимся в городе. И утром в следующей серии можно будет посмотреть уже. И утром можно будет посмотреть на дневной город. Прямые улицы. Город разбит на такие прямоугольники, ровные. Ну вот можно прочитать. Улица Школьная, улица Гриня, Стаханова, улица Победы, Троицкая, Краснодарская, Кропской, улица, сейчас двигаемся по улице Ковтюха, параллельно ему с правой стороны Проточная улица, с левой стороны Красная улица, улица Ленина, ну все не перечистишь, их достаточно много. Возле магазина, не знаю, видно будет или нет. Направо была какая-то парковка, паркинг, я сюда свернул. По-моему, там магазин «Лента» или «Пятерочка», сейчас уже не помню.
за магазином большая стоянка. Было тихо, спокойно. Ночью никто не тревожил. Ну, в общем, как-то мне приглянулся город Славянск на Кубани. Вот приглянулся и все. Ну все, до следующей серии.